Партнер проекта – компания «Газпром геологоразведка». Сотни лет назад этот пейзаж был точно таким же. Волны бескрайней тайги, острые макушки елей и среди них каменные исполины. Люди назвали их столбами. Заповедник Столбы. Общая площадь 47 тысяч гектаров. Это в два раза больше, чем весь Красноярск. Территория делится на три зоны. Центральные столбы открыты для всех желающих. Буферная зона. Вход разрешен только по спецпропускам, и большая часть заповедника закрыта. Это места, куда годами не ступала нога человека. Здесь лесостепь переходит в таежную зону, заканчивается Среднесибирское плоскогорье и зарождается Восточный Саян. Извержение вулканов миллионы лет назад породило сиенитовые скалы причудливой формы. Название первый, второй столб дали охотники по порядку, как они встречаются вдоль тропы. Потом пришли романтики. Они вдохнули жизнь в горы. Так появились крепость, дед, китайская стенка, перья. Каждая скала имеет название. Это разновидность гранита. Само происхождение... Это вулканическое происхождение, то есть когда-то 8-10 миллионов лет назад извержение магмы произошло, и при соприкосновении с холодной атмосферой постепенно замерзло и приобрело собой вот такую разнообразную, красивую очень форму. Вот эти камни, они были очень ценны при градостроении. Многие годы использовали для градостроения, для отмостки набережных. Даже сиенит использовался при строительстве коммунального моста. То есть, когда вы проезжаете по мосту, вы видите, что там отмостки, бордюрчики, это все из сиенитовых наших скал. Всего в 15 километрах от предмостной площади, от миллионного города, уголок почти нетронутой природы. Каждую осень в теплую погоду начинается великое красноярское паломничество на столбы. От остановки 7 километров. Все время в гору. Мы с младшим первый раз, на самом деле, мы вышли, решились. Так раньше часто, сейчас вот, надеемся, теперь тоже будем часто, да? У нас мама просто любит, но она куда, семья же, куда один туда. Один за всех и все за одного. Ну вот на деревьях у нас присутствуют накипные лишайники. Это говорит о том, что среда в заповеднике, окружающая среда, воздух чистый, атмосферного загрязнения практически нет. При спуске и подъеме к первому столбу внимательные туристы замечают номера на деревьях. Это научный эксперимент, который длится более 20 лет. Наши хвойные смолой затягиваются в течение одного сезона. С помощью специального бура сотрудники научного отдела добывают образцы, чтобы по годовым кольцам изучать процесс роста. Для дерева это безвредно. Кольца, вот если посмотреть, они очень узкие. То есть первые 70 лет дерево росло благоприятно, а последние 50-60 лет, как раз где вот пресс туристический, он активизировался вот на этом месте, вот последние 50-70 лет дерево снизило свой прирост очень значительно. Фактически дерево погибает. Для своего возраста это очень маленький радиальный прирост.
какой-то мере по просьбе ученых в заповеднике появился каскад деревянных лестниц на сваях, чтобы тысячи туристов не травмировали корни деревьев. Дело в кроссовках, да. Столбы – это своя школа скалолазания. А начинается все со слоника. Сама скала больше похожа на ежика или поросенка. Когда-то это был склоник, но со временем буква «К» пропала. Каждый уважающий себя столбист-красноярец хотя бы однажды, если не забежал, то, по крайней мере, попробовал это сделать. Надо хорошо держаться руками, ногами работать. На столбах в особом подсчете ходы по сложным участкам, так называемые «хитрушки». Иногда камень чуть выше человека, но покорить его могут немногие, лишь те, кому известны секреты зацепки. А вообще в заповеднике каждая скала имеет десятки ходов. На первый столб можно зайти через катушки, колокол, шахту, обелиск. Это название лишь нескольких самых известных маршрутов. А вот это место как бы на самом деле довольно уникальное, вот, потому что вот даже 40-градусные, там, 50-градусные морозы, самые, которые сильные у нас в Красноярске были, никогда вот здесь вода не замерзает. Вот вроде непонятно почему. Очень вкусно было. Замечательно. Первый раз на столбы попал я в возрасте, наверное, где-то одного года. На плечах, на шее, так сказать, на своей таскал отец. Вот я ему за это, конечно, очень благодарен. То есть он мне дал, так сказать, путевку в жизнь, вот в эту вот жизнь, в которой вот я до сих пор живу. В заповеднике нет ни одной скалы, ну, более-менее такой, еще как бы, значения, да, интерес, вернее, для лазания, на которой бы я не был. Причем я на этих всех скалах побывал еще, будучи школьником. И у меня с каждой вершины был камушек, который я знал, он был не подписан, но я знал этот камушек, с какой он вершины, откуда я его принес. И потом, к сожалению, когда я женился, жена выбросила все эти камни, как обычно. В прошлом мастер спорта, сейчас Рудольф Руйга, заслуженный тренер России по скалолазанию. Воспитал целую плеяду известных спортсменов. Почти у подножия Токмака вместе с учениками построил спортивную базу. Весь строительный материал в заповедник заносили на руках. Теперь это не просто тренировочная база, это место встречи. Дальше пощели вот здесь вот. Щелочка такая нормальная, хорошая. Все, подошли вплотную к клавишам. Очень вкусно было. Замечательно. Первый раз на столбы попал я в возрасте, наверное, где-то одного года. На плечах, на шее, так сказать, на своей таскал отец. Вот я ему за это, конечно, очень благодарен. То есть он мне дал, так сказать, путевку в жизнь, вот в эту вот жизнь, в которой вот я до сих пор живу. В заповеднике нет ни одной скалы, ну, более-менее такой, еще как бы, значения, да, интерес, вернее, для лазания, на которой бы я не был. Причем я на этих всех скалах побывал еще, будучи школьником. И у меня с каждой вершины был камушек, который я знал, он был не подписан, но я знал этот камушек, с какой он вершины, откуда я его принес. И потом, к сожалению, когда я женился, жена выбросила все эти камни, как обычно. В прошлом мастер спорта, сейчас Рудольф Руйга, заслуженный тренер России по скалолазанию. Воспитал целую плеяду известных спортсменов. Почти у подножия Токмака вместе с учениками построил спортивную базу.
Весь строительный материал в заповедник заносили на руках. Теперь это не просто тренировочная база, это место встречи. Все, лезем дальше, дальше пощели вот здесь вот. Щелочка такая нормальная, хорошая. Все, подошли вплотную к клавишам. Я работаю в типографии, инженер-технолог. И жду, когда уже скорее выходные, чтобы вырваться из городской суеты, отдохнуть, побывать вот на столбах. Прям сидишь и думаешь, представляешь, говорю, вот у меня здесь есть какая-то вот хитрушка, надо там сделать так-так, думаю, сегодня получится. И вот вечером собираешься и идешь. Когда ты забираешься в хорошую погоду, в теплую, и вот это, наверное, самый долгожданный момент. Когда ты и момент лазания, самого лазания, когда ты не думаешь, а только лезешь. Осторожно, чтобы камушки не полетели вниз. Каждый шаг, соразмеряя каждый шаг. Вот это вот мне нравятся такие моменты именно лазания. Скала Токмак. Видно со всего города. Красноярец, мастер спорта по скалолазанию Михаил Вершинин после завершения спортивной карьеры много лет ходит на столбы с фотоаппаратом. Однажды отправил свои снимки в редакцию столичного журнала. Считается, что красноярскому столбизму более 150 лет. Отчет ведут с тех пор, как люди небольшими группами на несколько дней стали приходить в эти места и оставили какие-то заметки, воспоминания. Столбизм пережил Российскую империю, Советский Союз. Сколько супружеских пар здесь образовалось, не знает никто. Но скалолазы уверяют, таких немало. Подальше от шума туристов в тайге, там, где встречаются следы медведей, стоят 16 изб. В каждой собирается своя компания, действуют свои порядки. Поменять избу – значит поменять друзей. Построили, сделали вот такие кровати, занавесочки для того, чтобы кто-то сидит, читает, кто-то там играет, у нас тут шахматы, карты у нас не распространены. Каждая изба имеет название. Беркутянка, эдельвейс, голубка и, пожалуй, самое удивительное – изба грифы. Она построена прямо на скале. На высоте 40 метров. Вот почка пошла! Домик построили 60 лет назад. Если верить легенде, столбистам стало скучно там, где все. Они пошли в тайгу искать уединение. Потом сюда привели своих детей. Сейчас в грифы ходят уже 4 поколения. Ручей недалеко от скалы. Грифам разрешили построить колодец. С помощью лебедки поднимают и воду, и дрова. Все, что тяжело заносить на себе. Со скольки лет вы сюда ходите? 12 самостоятельно. С
Свои заходят на скалу практически пешком. Для детей и новичков бросают веревку. Но самое интересное начинается почти на вершине, когда нужно пройти по привязанному бревну. Главное – не смотреть вниз, там отвесная скала. Страховки смогла бы? Конечно, что? Бревно – это своего рода замок. Тот, кто уходит последним, обязательно убирает его в секретное место, снимает веревку. Изба Грифы доступна только для своих. На столбах вот традицией стало уже ведение дневников в избах. То есть вот каждый входящий сюда может оставить какую-то запись, все, что он хочет. Может написать просто «я пришел там тогда-то, тогда-то там». Может написать стихотворение, например, здесь есть стихи. С самого начала ведется, то есть с 60-х годов. 45 лет. И как бы до сих пор книга летописи вот такая вот. Сколько человек побывало в гостях, угощались чаем, сказать трудно. А вообще порядок здесь чувствуется во всем. Ведра, посуда, музыкальные инструменты – все на своих местах. Всегда есть небольшой набор продуктов. Чтобы зимой не выдувало тепло, ставили пластиковые окна. Чтобы функционировало все, все как дома. В Грифах есть и свои развлечения, например, хождение по тросу. Для скалолазов это хорошая тренировка, для неподготовленных зрителей – стресс. Слышно, как гуляет ветер и скрипит трос. На столбах люди создали свой маленький мир. У каждого есть второе столбистское имя. Курбаши, лебедь, прокурор, лапоть, нахал – это прозвища, которые известны только здесь. В городе о них не догадываются даже самые близкие люди. Среди столбистов представители разных профессий. Есть кандидаты и доктора наук, известные спортсмены, бизнесмены, чиновники, занимающие руководящие должности, много студентов и просто интересных ребят. Их всех объединяет необъяснимая тяга к сиенитовым скалам. Место сбора изменить нельзя, место встречи. Это место отдыха, которое вот постоянно можно. Приходишь, не дача какая-то там, дача она отвлекает, она разъединяет людей. А здесь вот приходишь, вот она, все твое, независимо. Даже не знаешь, кто придешь. Ну, созвонишься, и это хорошо. Здесь есть время пообщаться, поговорить, и полазить, и все такое, отдохнуть по-настоящему. Я регулярно, каждый выходной, прихожу сюда именно лазать по скалам. То есть от этого я получаю колоссальное удовольствие и подзаряжаюсь вот этой энергией. Здесь просто потрясающая энергетика, я считаю. Люди, которые сюда ходят, они неспроста сюда все тянутся. Умение ценить красоту мгновения, уважение друг к другу ценятся прежде всего. Молодые обращаются к старшим исключительно на «ты». Правда, это позволительно только в том случае, если тебе дали второе столбистское имя.
Это значит, тебя приняли в семью. Раньше отработал в Аэрофлоте, я 17 лет отлетал, был много где. Ну, для меня, например, вот, ну, для активного отдыха лучше места нет. Если ваши дети будут заниматься горами, они не будут никогда ни курить, и колоться тоже нет. Сотни лет назад этот пейзаж был точно таким же. Волны бескрайней тайги, острые макушки елей, и среди них каменные исполины. Люди назвали их столбами.